Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 4 2011 года выпуска. Двигатель 2.7 турбодизель, автомат полный привод. Пробег на автомобиле 164 тысячи километров. Установлю на нем в багажнике дополнительное гнездо прикуривателя. Ну, для подключения разного оборудования, в том числе компрессора. Гнездо есть, отверстие, а самой личинки нету. Открываю крышку багажника. Вот гнездо, его открываю. Здесь получается снизу крючок, а по бокам защелки, открывается сверху. И вылавливаю проводку. Здесь проводка. Я что-то фишек не вижу. Вот два провода идут. Сейчас контрольку возьму. Так, ну питания нету. Дверь открою. А, есть питание. Главное, не на красном проводе. Питание есть. Вот отсюда я и возьму питание. Это просто заглушка. Это просто заглушка. На клипсе. О, так и я через нее и запитаюсь. Сейчас провод сюда воткну маму, то есть папу здесь, а массу так. Это плюс. С плюсом понятно. А второй, наверное, минус. Нет. Это не минус.
Вот он минус есть. А минус отсюда возьму. Вот и все. Так и сделаю. Все, провод я вставил. Перепроверяю. Да, все, плюс есть. Ставлю этот разъем на место, вернее эту заглушку. И этот провод сюда ввожу. Прикуриватель для багажника оригинальный LR-20-7412. Идет заглушка вместе с крышкой. Идет гнездо. И все, больше ничего нету. Так, заглушка. Заглушка. Так, центрально у нас плюс будет. Здесь направляющая. Так, а минус, минус я прикручу, на кузов прямо прикручу массу. Вот и все. Вот желобок, вот здесь под него, вот он есть, пробил. Все. Заглушкой будет закрываться. По фэншуйному будет. Массу прикручиваю. Здесь вот он, болт массы. Головка на 10. Пробую. Компрессор достану.
И все. Остается только закрыть крышку, поставить на место боковую крышку. И на этом розетка в багажнике установлена. Теперь не надо тянуть далеко провод, если что-то надо сделать в багажнике. На этом все. Всего вам доброго. И еще хотел сказать, если кому-то вдруг нужна будет заглушка вот такого цвета, ее оригинальный номер ERN 5020. Именно 5-3-0-20.